Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами строить непонятно что. То, что я называю фабрикой, но на самом деле я не уверен, что оно именно ей является. Короче говоря, сегодня у нас будет задача продолжить делать вот такие вот странные вещи, как я уже начал делать в прошлый раз. У нас полностью заполнился, контейнер. Так, теперь, короче, у нас такая будет тема. Нам нужно все вот это вот дребедень отсюда дотащить до основной базы. Для того, чтобы дотащить до основной базы всю вот эту дребедень, нам нужно будет где-то примерно прикинуть, как мы ее потащим. Я думаю, что мы потащим вот здесь. Проделать сначала, собственно, мостик. Ой, блин, главное не упасть. Так, продолжаем. Опять я упал. Но это потому, что тормоза. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, я теперь поспешил, потому что я думал, что тормоза, а тормоза не наступили. Так, я думаю, что мы ее доведем прям до конца. Вот здесь вот. Нет, не доведем. У меня они на разных уровнях почему-то находятся. А как я так мог построить все по... А, я знаю, как я так мог построить все по линейке. Потому что я строил ни хрена не по линейке. Я тот же завод строил, как бог на душу положит. Ну и ладно, подумаешь. В общем, не самое страшное, что я делал в этой жизни. Так, бум. Соответственно, я тогда сделаю, знаете, что? А что я тогда сделаю? Я даже не знаю, что тогда сделаю. Так, хорошо, я, допустим... Допустим, я захочу... Я не знаю, вообще получится так сделать? О, смотрите-ка, получилось. Вот это да! Будем считать, что и так и было задумано. Короче, по мне кажется, очень круто. Может быть, сюда вообще-то грузовики запустить? Чтобы здесь грузовики все это дело возили. Прям по кругу. Блин, такая классная мысль. Ну ладно, не буду я этого делать. С грузовиками было бы, конечно, круто. Но это еще одни объекты, которые будут постоянно прогружаться. Уже, честно говоря, наверное, надо отходить от этого потихоньку. Так, теперь нам нужно протянуть вот здесь линию, по которой мы, соответственно, дальше все это будем тащить. Так. Я думаю, что как-то вот так вот мы сделаем. Зашибись. Так, еще раз. Попытка номер два. Так, ну допустим, отсюда я заведу вот такую одну линию. Так, допустим, их будет не одна, их будет четыре. У нас здесь пойдут две меди, провода и проволока. Так, две меди, провода и проволока. Ну, хрен с ним. Так, допустим, мы попробуем... Как-то вот так вот сразу подключить отсюда. Так, теперь мне надо сюда прикандобобить две меди. Так, две меди. Откуда-то вот отсюда, наверное, мы их сейчас будем зацеплять. Так, сейчас проверим. Во-первых, они отсюда зацепятся или нет. Так, раз... И, соответственно, два. Так, отлично. Есть такая вещь. Есть такая буква в этом слове. Так, теперь мне надо, соответственно, прихреначить вот отсюда сюда. Так, сейчас мы поставим вот здесь вот где-нибудь стоечку. На нее поставим вот так вот стоечку. Так, одну стойку захреначим сюда. Вторую стойку захреначим вот сюда. И у меня сейчас закончится, кстати говоря...
Да, у меня сейчас закончатся конвейерные ленты. Так, но перед тем, как они закончатся, я успею все это дело собрать. Так, отлично. Теперь у нас есть штука, которая у нас тащит кучу ресурсов. Так, теперь мне надо будет сейчас ходить за конвейерными лентами в обязательном порядке. Но перед тем, как я схожу за конвейерными лентами, мне надо будет поставить здесь еще раз. Так, сейчас ставься. Раз, два, три. Так, и цепануть одно на другое. Так, сейчас мы сделаем сразу. Израсходуем все конвейерные ленты, которые у нас есть. Так, это мы цепанули. Так, теперь дальше идем. Так, это мы цепанули. Это мы цепанули. И это мы цепанули. Так, отлично. Что-то у нас теперь пошло. Что у нас, кстати, пошло ради интереса, надо посмотреть. Так, здесь до сих пор у нас идет проволока. Провода, кстати говоря, хранилище полностью заполнено. Вот эта вот вся хрень у нас теперь в проводах. То есть в проводах, я так понимаю, мы нуждаться еще очень долго не будем. Так, что у нас теперь тут? Ну, проволоки еще, короче, набивать и набивать. Ну, потому что на провода у нас работает вся эта фабрика, а проволока только остаточная сюда поступает. Поэтому такая штука получилась. Так, ладно, теперь надо, соответственно, бахать такие вот стойки дальше. И все это для того, чтобы произвести потом дюралюминий. Блин, кстати говоря, мы естественную среду обитания скату скоро, походу, похерим. Он и так тут уже пытается как-то перемещаться между вещами, которые мы тут понастроили. Через некоторое время жизнь его станет вообще не очень хороша. Так, что мне надо еще будет забрать, кстати говоря? Мне, наверное, надо будет забрать еще прутков металлических. И, наверное, что-то еще. Так, пластин металлических, наверное, не надо, прутков надо. Так, прутков и конвейеров, короче, мне надо будет заполучить. Так. Еще надо потратить цемента. Потому что я его пока не потратил. Мне надо здесь сделать будет площадку, на которой мы дальше будем производить всякую ерунду. А именно дюралевые. Или дюралюминиевые. Дюралюминиевые. Так. Дюралюминиевые всякие штуки мы тут будем производить. Так, дюралюминиевые всякие штуки. А где мы будем их производить? Так, где у меня вообще производство этого находится? Так, все производство у меня находится, кстати говоря, вот там. Я думаю, что мы тогда дальше особо и не потащим. Правильно? Да, вот там у меня делается алюминий. Да, там у меня делается алюминий, сделал мне делаться бокситы. Значит, в принципе, мне по факту медь надо дотащить вот сюда. Так, ну хорошо, значит, раз мы вот здесь вот это будем делать, сейчас мы здесь забахаем. Так, сейчас мы здесь забахаем, все. Так, дюралюминиевый у нас производится, в принципе, так же, как и, в общем-то, все остальное в ассемблерах. Это двухкомпонентный обычный дребедень, на нее четырехкомпонентный сборщик не нужен. Так, здесь у нас чего? Здесь мы тогда, наверное, сделаем вот так. Я, наверное, протащу сначала вот так вот, чтобы у нас была просто граница какая-то. А все остальное потом посмотрим. Так, стоп, падать не надо. Так, я думаю, что такой площадки для производства дюралюминия нам хватит вполне. Так, вот здесь вот я, наверное, оставлю дырку. Да, здесь я оставлю дырку на случай, если мне надо будет спуститься или подняться.
Так. И осталось чуть-чуть. А я, кстати, достану туда, нет? О, достаю, отлично. Так, поехали дальше. Так, поехали еще дальше. И поехали еще дальше. Так, есть такое дело. Так, цементика мы немножко подозрасходовали. Сколько у меня еще осталось? Осталось еще 360. Я думаю, что, может быть, даже за цементом имеет смысл зайти. Так. Ну, зачем точно имеет смысл зайти? Так это за железными прутами, которые мы сейчас здесь подрежем. Ну, естественно, за конвейерами. Конвейеры прям вообще напрашиваются. Так, железных прутов мы возьмем отсюда. Так, и возьмем вот здесь вот с производства. Так, теперь конвейеры. Теперь конвейеры. Хорошо, хоть конвейеров до хрена. Пам-пам-пам-пам. Так, отлично. Забираем здесь конвейеров сколько получится. Так, теперь надо посмотреть, могу ли я делать ассемблеры. Все ли у меня для ассемблеров есть. Так, ассемблер. А для литейных? А для литейных и для ассемблеров, короче, одно и то же нужно. Но у меня, в принципе, все вроде как имеется. И провода, и эта ерунда. Ну да, я могу довольно много их сделать. Ну все, хорошо, ладно, тогда пока ничего не будем забирать. Так, ничего не будем забирать. Хорошо, вот у нас здесь, соответственно, наш алюминиевый этот самый делается. Так, нам надо его поднять вот отсюда. Блин, у меня прям на стыке стоит. У меня он стоит прям на стыке. Для того, чтобы его туда поднять. Так, мне надо куда-нибудь его вытащить отсюда. Мне кажется, желательно его вытащить куда-нибудь. Сейчас мы попробуем его вытащить отсюда. Куда-то, например, вот сюда. Так, куда-то, например, вот сюда. Потом посмотрим чисто вверх. И у нас получится тогда вот этот блок. Теперь мы, соответственно, берем и отсюда затаскиваем вот туда. Так, сейчас только теперь надо туда самому взлететь. Так, опа. Так, и залетаем. Мы будем куда-то, наверное, вот в эту степь его вводить, поэтому делаем вот так. Так, хоп. И хоп. Так, вот у нас сюда вышел, соответственно, алюминий. Так, вот у нас вышел алюминий. Сверху у нас пойдет медь. Так, мы сейчас потом ее дотащим, эту медь. Мы просто для себя отметим, что она здесь сверху пойдет. Так, ну допустим, возьмем самый верхний, который у нас здесь есть. Да, берем самый верхний. Так, самый верхний, самый верхний. Так, и тащим его дальше. Сейчас мы здесь все разметим. Протаскивать мы пока ничего не будем, мы пока просто разметим. Так, вот это разметим. Так, теперь, соответственно, вот это разметим. Ну и, соответственно, разметим нижнюю часть. Так, есть такое дело. И вот такое дело. Так, в чем у нас плавится дюралюминий? Опять в литейной? Или это уже сборщик на этот раз? Так, нет, здесь только алюминиевый слиток. Значит, он у нас делается в ассемблере, да? Так, ассемблер. Так, да, дюралюминиевый лист. Теперь давайте смотреть, что у нас тут происходит. 15 алюминия, 10 меди. 15 алюминия. А сколько у меня там его производится? 30, 60... 120 алюминия у меня производится. Ну ладно, мы будем делать сразу из расчета того, что алюминия как будто бы поступает 460 штук. Я думаю, что, наверное, как-то так мы будем делать. Так, меди, соответственно, нужно будет меньше, поэтому нам нужно калькулировать по этому самому, по самому большому. Ну, допустим,
у нас, да, будут более быстрые конвейеры, более быстрые будут, но хотя бы из расчета 450, которые сейчас есть в данный момент. Это, соответственно, для того, чтобы производить дюралюминий, нам нужно 30 таких штук, то есть по 15 с каждой стороны нам нужно поставить. По 15 сборщиков с каждой стороны будут обеспечивать нас дюралюминием по максимуму из расчета текущего конвейера. Так, ну что ж, давайте тогда, чем тогда будем делать? Так, надо вот отсюда сверху, допустим, с самого верху. Сейчас мы возьмем оптимизацию. Так, конвейерный разветвитель. К примеру, пусть он вот там стоит. Так, конвейерный разветвитель. Единственное, что к нему сразу можно будет присобачить. Ну и хорошо. Так, есть такая дребедень. Так, есть такая дребедень. Угу. Вот, короче, какая-то такая у нас получится история. Так, хорошо. Теперь нам нужно будет все это дело запихнуть в ассемблеры, которых мы, нам будут, будет сделать 30 штук. Так, кстати, здесь слишком близко, я здесь не смогу сделать. Вот отсюда. Так, по 15 ассемблеров на единицу. Так, ну один, допустим, пойдет у нас в нижний блок, другой пойдет у нас, допустим, блок верхний. Красота вообще, умею я делать красиво, ребята. Смотрите, просто божественно, смотрите, какая история у нас тут. О! Сразу видно, человек прекрасен в душе. Так, куда нам дальше это все дело забахать? Дальше это забахаем мы вот сюда. Так, поставим здесь еще две стойки. Так, и начнем сейчас планировать производство. Так, пум. На 100% она работать не будет, естественно, потому что я сейчас не обеспечиваю себя таким количеством алюминия. Но будем делать так, как будто оно работает на 100%. Так, теперь здесь нам нужны будут производства, нам нужны будут ассемблеры. Ассемблеры, которые надо сразу делать где-то с, прям с запасом, чтобы они прям с, не стояли сразу. Так, я с запасом сделал? Я сделал с запасом, но с херовым, потому что здесь у нас как раз только подъем. Так, где-то начинаю вот с этого квадрата, например. Так, ассемблер. Как бы мне... Может, я до сюда залечу куда-нибудь? Так, допустим, вот сюда я его хочу поставить. Могу его хотеть поставить сюда? Мне кажется, легко. Так, если я ассемблер ставлю вот сюда и, предположим, делаю здесь вот такую вот штуку. Я ее подключу? Нормально? Так, конвейерный разветвитель. Так, конвейерный разветвитель. Мы его ставим вот сюда. Конвейерный разветвитель. Так, и теперь смотрим, зацепится он или нет. Да, он зацепится. Так, хорошо. Ну, соответственно, раз тот зацепился, значит, этот тоже зацепится. Так, конвейерный разветвитель. Так, как-то, наверное, вот так вот мы его поставим. Так, хоба. Ну, пусть вот так будет, ладно, без разницы. На сколько квадратиков его нужно отступать? Я вот не понимаю только. Так, ну допустим. Так, к чему привязаться-то, господи? Короче, почти на квадрат надо отступать от крайней части стойки. Почти на квадрат. Так, ну хорошо, давайте берем тогда производство. И берем ассемблер номер 2. Так, это ассемблер номер 2. Нам надо будет... Так, во-первых, надо его будет развернуть. Так, вот так вот он у нас равняется по тому ассемблеру. Да? Отравнялся? Так, ну, вроде как отравнялся. Вот так отравнялся, да? Ни хрена он не отравнялся. Он что-то равняет как-то, но через какую-то жопу постоянно. Почему он его отравнивает, непонятно. Так, теперь надо отступить. Отступить надо... Насколько надо отступить, непонятно. Так, есть у нас квадрат вот здесь. Короче, на целый квадрат нам надо отступить. Вот сюда, это в лучшем случае, а то и даже дальше. Так, давайте попробуем поставить сначала вот сюда. Так, поставить вот сюда. А, я далеко поставил. Ну ладно, хрен с ним, пусть здесь стоит. Ничего плохого того, что он будет стоять на квадрат дальше, нету. Так, все,
Нормально. Так, теперь, соответственно, это мы подцепляем сюда. И здесь. Ну и как бы ничего страшного. Так, хоба. Отлично. Есть такая история у нас. Здесь мы будем делать дюралюминиевые листы. Так. Дюралюминий, так, дюралюминий, так, дюралюминий, дюралюминий. Все, хорошо. Теперь надо будет где-то их складировать. Так, мне надо будет где-то их складировать. Где мы будем их складировать? Я думаю, что мы их будем складировать где-то вот здесь. Для того, чтобы в дальнейшем их, не знаю, на чем использовать, но на чем-нибудь используем. И, наверное, я так думаю, что склад надо будет делать, ну, такой, уверенный в себе. Только у меня на уверенный в себе склад, наверное, не хватит труб. Сейчас проверим. Так, где тут у меня уверены все склады? Так, оптимизация не то, синхрон, вот, промышленные. Ну, нет, в принципе, на чуть-чуть хватит. Ну, раз на чуть-чуть хватит, и хорошо. Так, значит, мы тогда поставим один промышленный контейнер сюда. Потом второй поставим вот сюда. Так, третий мы поставим. А, мы уже не можем больше поставить. Ну, ладно, хорошо, пока столько поставим. Пока столько поставим, в принципе, нормально. Так, значит, вот эту вот фигню мы будем протаскивать вот здесь. Потом вот эту фигню мы будем... Нет. А, нет, да, да, все правильно. Вот эту фигню мы будем протаскивать вот здесь. А вот от этой мы тогда будем делать... линию, в которую мы будем это все затаскивать, в свою очередь. Так, ну сначала, ладно, сначала надо, наверное, ассемблер расставить. Так, мне нужно сколько? По 15 ассемблеров. Мне нужно для того, чтобы это все прекрасно работало. Я думаю, что мне даже не хватит ресурсов на то, чтобы столько запитать. Так, ставим сюда. Ну что, и погнали. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, и я провалился. Так, 9. Так, 9 и... Сделаем пока 10. Делаем пока 10 ассемблеров. Сейчас мне только цемент дадут в руки. Так, все, цемент дали в руки. Не будем пока делать по 15, сделаем пока 10. Все равно у меня алюминия не хватает на то, чтобы все это дело запустить на полную катушку. Так, хорошо, это был 9-й. И вот он, блин, тут 10 ассемблеров, это в принципе до хрена. Потом я просто дострою, не хочу сразу все это дело делать полностью. Так, и теперь мы, соответственно, жахаем вот такую вот штуку. Так. На 10 мне хватит? Да, на 10 мне хватит. Ресурсов у меня хватит вполне для того, чтобы их допроизвести. Так, пошли дальше тогда. Идем сюда. Так, делаем здесь ассемблеры. Так, разворачиваем их. Так, ну и делаем здесь то же самое, соответственно. Так, интересно, будет наводиться один на другой? Так, ну вроде как наводится. Так, нормально. Два. Три. 4, 5. Ну еще куда ты убегаешь, ты, господи. Так, 5, 6, 7, 8, 9 и последний, 10. Так. Прекрасно. Значит, теперь нам надо здесь делать стойки. Так, стойки, стойки. Насколько их будет хватать? Ну, хотя бы вот так, наверное. Так, стойка, стойка. Я думаю, что до конца их, скорее всего, не хватит. Так, 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 так. Наверное, вот так. Угу. Так, хорошо. Теперь мы тащим сюда линии наши. Так, линии тащим. Так, одну тащим сюда. Вторую тащим. Хватит? Не хватит? Так, хватает. Хорошо.
Так, теперь здесь, соответственно, тащим вторую линию. Так, линия, 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 линия. Тащись, линия. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Ну, давай, 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 давай. Да что ж ты, господи, не наводишься-то теперь? Блин, ну что такое? Так, все, нормально. Так, здесь мы, соответственно, протянули. Так, здесь мы протянули. Так, теперь надо поставить, чем тут будем делать. Так, делать мы тут будем... Так, да, дюралюминий мы здесь будем делать. Так, и здесь мы будем делать дюралюминий. Здесь я поставил, не поставил? Так, здесь я тоже поставил, хорошо. Так, теперь мне нужно будет это дело сюда затянуть. Теперь мне нужно будет дело сюда затянуть. Начнем тогда вот с этой штуки. Так, как раз она у нас заканчивается где надо. Да? Да. Да, заканчивается она прям как раз где надо. Вот здесь. Так, отлично. Это у нас линия номер один, в которую мы будем затягивать. Так, теперь поехали дальше. Теперь поехали дальше. Так, и теперь нам нужно будет вот это дело... Так, стащить вниз. Так, стащить вниз. Потом где-то вот здесь вот. Блин, ну здесь это я неправильно сделал немножко. Здесь мне тогда надо будет делать стойку, походу. Где-то, наверное, вот здесь вот мне надо будет делать стойку, из которой потом ее спускать. Так, судя по всему. Так, отлично. Здесь у нас получилась красота. Теперь эту красоту нам надо спустить вот с этой стороны. Так, нет, вот так надо спустить эту красоту с этой стороны. Так, и дотяну теперь до конца. Так, блин, чуть-чуть не хватило. Так, хорошо. Хотя нет, хорошего ничего нет. Так. Она ровно идет? Да, она ровно идет. Все нормально. Тогда нормально. Так, теперь, соответственно, будем держать в уме, что нам таких еще надо будет. В перспективе 5 штук. Но пока их нет, хотя бы такая история у нас будет. Ой, господи. Так, и все это ради производства сраной дюрали. Так, теперь... Теперь, во-первых, я хочу, чтобы у меня пошла медь. У меня пошла медь. И эта дюраль хотя бы начала хотя бы потемножечку делаться. Так. Для этого нам надо на самый верх захреначить по конвейерной линии. Одной хотя бы, вторую пока не будем трогать. И все остальные вещи пока тоже трогать не будем. Мы для них маршрут, в принципе, проложили, но пока мы, в общем-то, и без них обойдемся. Они нам не нужны на данный момент. Так. Теперь, если все хорошо, а я надеюсь, что именно так, у меня должна прийти медь. Так, все, медь к нам пришла. Прекрасно. Медь к нам пришла. Так, медь к нам пришла. Все, здесь все хорошо. По крайней мере, здесь все хорошо с медью. Теперь надо дальше заниматься, значит, разработкой всей вот этой вот канительки. Так, чтобы заниматься разработкой всей вот этой канительки, нам нужны будут вот такие штуки. Так, нам нужны будут вот такие штуки, которые мы будем вешать на первый вход.
Так, есть такая история. Так. Далее. Далее и далее. Так, хорошо. Теперь нам нужны, во-первых, разветвители. Во-вторых, разветвители на нижний уровень. Сначала начнем, наверное, с верхнего, я так думаю. Так, оптимизация, конвейерный разветвитель. Так, пум. Главное их правильно строить. Скорее всего, я поднакосячу. Потому что правильно строить их, когда они так близко находятся, довольно затруднительно. Так, где она вообще есть-то, господи? Она эта линия то появляется, то почему-то исчезает. По какой причине, непонятно. Так, давай. О! Блин, фабрики таких размеров. Это еще не самое большое, что я строил, конечно. Но все равно, при таких размерах очень много всего приходится делать. И шанс накосячить стремительно увеличивается с каждым новым установленным устройством. Так, ну и что, а? Где линия-то? Эта линия какая-то странная получилась в этот раз. Такое ощущение, что они друг напротив друга находятся. Хотя вроде друг напротив друга. Ладно, вот этот под большим вопросом. Она, возможно, у нас заглючит. Так, здесь вроде линия есть. Так, что у нас здесь будет? Так, здесь тоже линия есть. Хорошо. Так, и здесь линия есть. Хорошо. Так, поехали дальше. Теперь мне надо сделать вот здесь вот внизу такие же штуки. Так, внизу такие же штуки. По идее, делать должно быть проще, но что-то по факту нет. Так, вот мы стали перед ней. Вот мы построили штуку. Ну, здесь как бы меньше этих самых, меньше возможности ошибиться. Возможности, конечно, никуда не деваются, но их поменьше. Чуть-чуть поменьше, так скажем. Так, здесь поставим куда-нибудь сюда. Так, здесь поставим куда-нибудь сюда. Так, здесь куда-нибудь сюда поставим. Так. Так, сюда припихнем вот здесь. Сюда припихнем вот здесь. И в последнюю, которая как бы на самом деле не последняя, но пока последняя, мы припихнем куда-то вот сюда. Так, ты будешь припихиваться? Так, вроде припихивается, хорошо. Так, теперь вопрос, соединится оно или нет. Так, соединилось. Лады, так, соединилось. Так, здесь тоже пошло вроде, и здесь пошло. Так, отлично. Так, здесь. Здесь. Так, это тоже соединилось. Даже это соединилось. Хорошо. Были некоторые вопросы к ней, но вопросы отпали. Так, верхняя. Так, верхняя заработала. Нет. Почему? Почему туда? Не надо туда. Не надо. Стой туда. Не надо. Так, сюда. Только когда не надо, там слишком пологий спуск. То теперь, соответственно... Ага, так, здесь, короче, я все-таки накосячил. Да, здесь она была под большим вопросом, эта штука. И вопрос... Или нет? А, здесь, наверное, не под большим вопросом штука. Да, здесь просто стойки стоят. Стойки стояли. Потому что нехер не мешать мне производить нужный мне продукт. Так, это, соответственно, вот сюда. Это, соответственно, вот сюда. Так, это, соответственно, вот сюда. Сюда. Вот сюда, не вот сюда. Господи, мотать-то как-то ее сделал-то хитро. Так, давайте цепляем сюда. Так, где эта херня? Так, вот эта херня. Так, едем дальше. Вот эти вот подключения, это самый муторный дребедень. Если бы здесь были дроны, как в факторию, которым можно было бы указать,
просто какой рецепт, откуда взять и где его создать, я не знаю. Тот, кто сделает такую модификацию, просто прославится. Потому что реально дроны, которые будут все это дело переносить и в каком-то месте копировать просто из запасных частей, которые у нас уже есть, это будет прям хит и просто разрыв. Просто мы там напроизводил, я, допустим, в каком-то ассемблере, вот таких у других ассемблеров. И все, и пожалуйста. Соответственно, потом прилетели дрончики, все это дело собрали, и все прекрасно заработало. Так, ладно, теперь нам надо указать, что мы будем делать... Так, дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Еще дюралюминиевый лист. Так, дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Так, хорошо, теперь такая же фигня должна быть с другой стороны. Дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Так, дюралюминиевый лист. Нет, взрывать я ничего не хочу. Так, дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Дюралюминиевый лист. Так. Теперь надо начать его подключать к электричеству. Для того, чтобы эти штуки уже начали что-то производить. А все остальное мы тогда потом будем делать. Так, значит, мы вот это подключаем сюда, это сюда, это сюда. Последовательно. Так, и главное, чтобы у меня не отрубилось электричество после этого. Потому что... От пиковых значений-то я, наверное, особо не защитился. Просто сейчас реально заработают какие-то адские производства. А до того, что мне нужно, а именно до ядерной энергетики, мне еще пилюкать и пилюкать. Блин, провод слишком длинный. Так, а если отсюда? Так, отсюда нормальный, хорошо. Так, отсюда нормальный. Ну ладно, тогда давайте. Так, все повисло. А нет, не повисло, нормально пока еще. Так, теперь давайте начинать подцеплять это все дело. Так, цепляем, цепляем. Цепляем. Еще цепляем. Че, провод слишком длинный, что ли, не пойму? Блин, провод слишком длинный, вот дерьмо. Так, ладно. Тогда, соответственно, зацепим хотя бы сюда, пока для начала. Пам-пам-пам. Так, а в принципе они здесь скоро и закончатся заодно. Да хорош, он здесь не длинный. Так, давай-давай-давай-давай. Так, цепляйся. Так, вот это вот подцепится, нет? Так, это еще подцепится. А следующий, наверное, уже не подцепится. Я так понимаю, да? Да нет, подцепляется. А че ж тогда говорился, что провод слишком длинный? Эй-эй-эй, куда я провалился? Стоять. Выходи отсюда. Хм. Не знаю, что он там слишком длинного нашел, но здесь он, получается, подцепил практически все, да? Да, вообще все. Так, а здесь тогда что за провод слишком длинный, не пойму. Блин, провод слишком длинный. Звучит как бред. Ладно, вот так. Так, ладно, пес с ним. Тогда, получается, мы таким вот образом зацепили вообще все. Так, сейчас у нас должен, соответственно, пойти процесс. Пойти процесс выплавки этого самого дюралюминиевого листа. Ну, теперь надо, чтобы этот процесс у нас... чему-то приводил, а именно к складу. Для этого надо будет поставить конвейерный соединитель здесь.
Так, сейчас мы пройдемся по... Зашибись, я поставил. Шикарно просто. Так, конвейерный соединитель. Так, поехали дальше. Почему не появляется линия? Она то появляется, то не появляется. Так, пошла жара. Это вот самая муторная фигня. Если бы у меня был какой-нибудь раб, который создает соединители по моим проектам, это было вообще прекрасно. Хотя, с другой стороны, это часть производства. В общем. В общем и целом. Так, и что-то не... О, все, нормально. Так, вроде как я нигде не накосячил. Но это не точно. Мы очень скоро об этом узнаем. Но сначала надо будет процепить еще вот здесь вот. Так, ставим сюда. Кстати говоря, а смогу ли я их подцепить? Нет, расстояние здесь нормальное. Если я не буду сильно косячить с их размещением, то в принципе я должен все нормально подцепить. Так, это мы, соответственно, тоже сюда забахиваем. Так, это забахиваем сюда. Так, это забахиваем сюда. Это забахиваем сюда. Ой, господи, так, поехали. Теперь надо это все дело подключить. Того, чтобы у нас уходила готовая продукция. Так, отсюда готовая продукция вроде как пошла. Так, теперь с другой стороны. Странно, но электрическая сеть еще не нагнулась. Подозрительно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, стоять. Ну, не висни. Нет, все, не виснет. Так, хорошо. Так, вот эту фигню, соответственно, мы зацепляем. Так, теперь мы зацепляем вот эту фигню. Она почему-то не хотела зацепляться изначально. Так, погнали дальше. Так, ну, получается, что с дюралюминием, видимо, мы разобрались. Сейчас надо посмотреть. Он, конечно, так быстро не будет заканчиваться, вернее, прибавляться наоборот, как он сейчас прибавляется. Блин, когда же они иконки нарисуют, интересно. Так, хорошо, ладно. Дюралюминиевая часть у нас закончена. Так, дюралюминиевая часть у нас закончена. Что это означает? Это означает, что мы можем переходить на другую ступень и к следующей части нашего мармезонского балета. Но для этого надо посмотреть, что, собственно, нам надо сделать с этим. Так, ну вот мы произвели дюралюминиевые листы. Радиаторы у нас делают, соответственно, из дюралюминия и резины. Блоки управления у нас делаются из радиаторов. Так, турбомоторы. Турбомоторы, все понятно. Аккумуляторы. Аккумуляторы тоже. Зачем, кстати, они нужны, непонятно. Оп-оп-оп-пам. Зачем нужны, кстати говоря, эти штуки? Ну, вообще, может быть, турбомоторы, блоки управления, что-то из этого можно будет потом каким-то образом применять. Это, кстати, тоже вполне возможно. Да, я думаю, что, кстати, это вообще нормальная история. Теперь я хотел бы посмотреть, как мне сделать конвейерные лифты. Нет, транспортные ленты следующего уровня, 5-го. Они что-то делаются, я только не понимаю, из чего.
А, у меня есть это. У меня есть это что-то, из чего это делается. И у меня этого 6. Так, давайте сейчас мы методом тыка узнаем, что это такое. А, это дюралюминиевый лист. Собственно, из дюралюминиевого листа делаются конвейерные ленты следующего уровня. Получается, да? Так, ну-ка отсортируем это. Так, и возьмем себе немножечко дюралюминиевых листов. Так. Транспортная лента 5 уровня. Да, пожалуйста, вообще. Не вопрос. Не вопрос, ребята. Делается все по-честному. Так, а тогда... Я где-то что-то хотел поменять на эту транспортную ленту. Что-то я хотел поменять и забыл что. Уже. Где-то что-то из предыдущего, короче. Так, ладно, раз у нас дюралюминий такая история у нас произошла. В принципе, в общем-то, хорошая история у нас произошла с дюралюминием. Пусть он пока у нас складируется и набирается. Теперь нам надо понять, как нам выйти на ядерную энергетику. Для того, чтобы понять, как нам выйти на ядерную энергетику, надо, наверное... Так, мы это здесь можем делать? Или это здесь не делается? Так, урановые... Нет, урановые штука это не то. Так, урановые... Ну ладно, урановая ячейка, допустим. Для того, чтобы делать урановую ячейку, мне нужен цемент и, собственно, уран. 45 урана. То есть 10 мне нужно будет... хотя нет, мы можем сделать же побыстрее конвейеры. Да, тогда даже не тогда побольше, чем 10. Ну, пусть будет 10, хрен с ним. Короче говоря, мне нужно будет ассемблеров для того, чтобы начать это делать. И мне нужно будет доставлять цемент. Самое геморройное здесь это мне нужно будет доставлять цемент к месту проведения работ. То есть к урановой вот этой вот херне мне надо будет присобачить отсюда цемента. Вот мне это... Что у меня с нагрузкой на энергосеть? Нагрузка на энергосеть растет. Если у меня все адово заработает вместе, особенно если я 4-позиционные сборщики поставлю, то у меня вырубится сеть. Поэтому мне по-хорошему надо бы сейчас выйти на производство, соответственно, урановых этих стержней. То есть в следующей серии хотелось бы уже это сделать. Но получится это сделать или нет, большой-большой вопрос. Так. Надо сейчас вспомнить еще... Надо сейчас вспомнить, что мне нужно будет для производства непосредственно самих вот этих вот урановых херней. Сейчас мы тут в концовке серии этим как раз и займемся. Сейчас мы поставим сборщик многопозиционный вон там. В принципе, очень много из того, что надо сделать, у меня делается уже. Поэтому, возможно, чего-нибудь... Может, какие-нибудь блоки управления будут нужны? У меня, кстати, опять закончился, судя по всему, этот самый нефть. Надо что-то с нефтью делать. Я все ждал, когда появится... Поезда. Но поезда не появились. Так, изготовитель. У меня все для него есть? Нет, у меня для него нет проводов. А здесь проводов нет нигде поблизости. Что у меня здесь из проводов не делается? Ну, он делается из проводов. Так, провода мне дайте. Блин, а ничего здесь не делается из проводов. Они здесь просто мимо идут. Ну ладно, тогда мы сейчас пойдем провода возьмем. Провода мне в любом случае надо брать, поэтому... Хуже-то от этого точно не будет. Мне еще и цемент пригодится. Мне все, короче, надо будет. Так, ща. Так, возьмем себе, не знаю, там, вот столько проводов. Так, теперь поставим здесь изготовитель. Не поставим? Почему не поставим? Пол слишком пологий. А здесь? О, здесь не пологий. Так, хорошо. Давайте теперь смотреть. Урановые... Где они? Стержень ядерного реактора. Так, он делается у нас из железобетонной промышленной балки, которая у нас есть. Из электромагнетик контрол рода, которых у нас нет. И из урановой, собственно, вот этой штуки, которая, в свою очередь, делается из урана и цемента. То есть мне туда надо будет возить вот такие штуки, И цемент. То есть три машины у меня должно ездить отсюда с основной базы, которые, соответственно, будут перевозить всякое дерьмище. Так, но до того, как они начнут переносить всякое дерьмище, мне надо будет делать
Сейчас мы себе приметим цели на следующую эту. Так, мне надо будет делать, где они? Вот они, электромагнитные контроллеры родов, вот этих вот. Контроллер родов. Так, ограничитель ИИ и статоры. Ограничитель ИИ и статоры. Производство статоров, по всей видимости, придется увеличивать. Потому что с ним у меня как раз проблемы. С производством статоров. Так. Где-то у меня там производятся статоры. Здесь они даже производятся у меня. Хотя... У меня их, короче говоря, два. Две этих хрени у меня производят статоры. Две этих хрени у меня производят статоры. И, кстати, как-то у меня странно получается еще. Не, ну, в принципе, статоров, ладно, достаточно. Хотя, конечно, вот этот вот бред, который здесь у меня с их производством, это надо будет переделывать. Это прям по-любому надо будет переделывать. Так, а это что такое? Так, у меня роторов нет вообще. Так, мне еще надо будет переделать производство роторов. Короче, у меня тут еще с роторами проблема. Да, роторы, потому что я не брал во внимание. Они у меня тут в этом самом подвале в несчастном производятся. Из чего они, кстати, производятся? Потому что я думал, что это никогда не закончится. Так, они производятся из железных прутов и винтов. Угу. Так, из железных прутов и винтов они производятся. Так, значит, мы начнем, наверное... Нет, мы, наверное, начнем все-таки с ядерной энергетики. Все-таки ядерная энергетика — это самое первостепенное, что нам нужно сделать. Нам нужно обеспечить себя электричеством. Сначала электричество, потом производство средств производства, а потом, соответственно, после этого можно будет масштабировать и расширять производство. Так, статоры у нас вроде как имеются в распоряжении, поэтому мы их можем отсюда смело забрать. Поставить здесь еще один разветвитель и забрать его. И увезти его куда-нибудь наверх. Там, где у нас как раз есть эти самые несчастные ограничители ИИ. Или наоборот, ограничители ИИ откуда-нибудь спустить. Так, сейчас посмотрю, где они у меня. Ограничители, по-моему, вот они. Да, вот они, ограничители. Так, а где же мне сделать? Вообще, по-хорошему, конечно, мне надо... Вот здесь вот на уровне повыше все это делать. Чтобы здесь не кучковать. Ограничители ИИ у меня идут наверх. Там сверху можно поставить делитель. Где-нибудь. Где можем поставить делитель? Вот здесь вот мы можем поставить делитель. Отсюда, соответственно, эти ограничители забрать. Там где-нибудь встретить их со статорами. Соответственно, клепать из них уже нужные нам вещи. И как раз их будет очень удобно потом куда-нибудь выколупливать в машины, которыми мы будем все это дело возить. Да, наверное, так мы и поступим. Либо мы просто возьмем конвейерную ленту. Много конвейеров, очень много конвейеров. И не компасируй себе мозги абсолютно. Все это дело туда привезем. Можно, кстати, это привезти даже по одной ленте. Правда, это надо будет потом сортировать тогда. Можно попробовать поставить какой-то программируемый разветвитель. Я ни разу этого не делал, а можно попробовать. Поставить программируемый разветвитель. Из программируемого разветвителя или как-то с программируемого соединителя, я даже не знаю, все это дело туда присобачить. Но на одной ленте я не уверен, что это хорошая мысль. На самом деле... В общем, не знаю. Ладно, мы подумаем об этом в следующий раз. Первое, что надо сделать, это чтобы они производились. А потом тогда, как мы их будем транспортировать, мы уже решим. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.